Новенькие кондиционеры появились в палатах хирургического отделения больницы имени Пирогова. Это подарок ко дню памяти от партии «Единая Россия» ветеранам войны. Бывшего летчика Михаила Петрова, участника боевых действий в Афганистане, на днях обещают выписать. Восстанавливаться после операции он будет уже дома. А пока идет монтаж кондиционера, спасается от жары привычными способами. Форточка, сквознячок, от сквознячка спрятался. Но таких вариантов нет. Ну, жарко. Вентиляция, ну, здание старое, все. Ну, как относительно старое. Была бы вентиляция, ну, а так, ну, кондиционер нужен, конечно. В хирургическом отделении больницы к комфорту в палатах относятся трепетно. Но для ветеранов войны и боевых действий всегда хочется сделать немного больше. Где-то не хватает бытовой техники, где-то есть потребность в кондиционерах. Помощь всегда приходит быстро. Новые кондиционеры успеют установить до наступления жаркой погоды. Погода очень жаркая, вот, и мы хотим, чтобы у них были бы приятные условия пребывания в медицинском учреждении. Соответственно, мы решили сделать сегодня такую акцию, мероприятие, которое будет регулярно проводиться, преподнести такой подарок им в виде 5 кондиционеров. Нам обещали, что эта традиция будет продолжена, потому что у нас на каждом отделении такие палаты существуют, и поэтому, конечно, мы очень рады, что наши уважаемые ветераны, участники боевых действий будут находиться в нормальных условиях, тем более впереди жаркое лето. Акция не разовая, а долгосрочная. Необходимую бытовую технику от «Единой России» планируют установить сразу в нескольких больницах города. Имени Пирогова, имени Семашко, городской поликлиники номер 1 и в Красноярской районной больнице. Юлия Черняева, Григорий Плешаков. События.